Ситуация с распространением в республике новой коронавирусной инфекции, по мнению специалистов, пока далека от критической, но продолжает оставаться напряженной. Об этом говорят и цифры статистики, предоставленной Минздравом ДНР. За минувшую неделю в республике выявлено и подтверждено почти 1000 новых случаев заболевания COVID-19. Ровно столько, сколько и недели ранее. После некоторого спада продолжился рост количества пациентов, находящихся на лечении – плюс 246. Выписано за минувшие 7 дней 673 человека. Летальных случаев по состоянию на 20 декабря зарегистрировано 1226. Что же касается пневмонии, не связанных с коронавирусной инфекцией, то за последние сутки поставлен 91 подобный диагноз. Это на 54 случая меньше, чем сутками ранее, что не может не радовать.